любителей плавания приглашает «Гаяны Свим 2022». Пройдет в Дубасарском районе в субботу 2 июля. Будет три дистанции – 500, 1500 и 3000 метров. Стиль плавания свободный. Принять участие могут все желающие и даже дети от 12 лет. Но тут обязательное условие – согласие родителей. Кто умеет плавать, у кого есть очки и, соответственно, буй. Буй, если участника нету своего буя, то я, организатор, предоставляю его. Если участнику, например, станет плохо или там он устанет, то может за буй зацепиться, отдохнуть и потом поплыть дальше. То есть он не уйдет вниз. Уже есть заявки от желающих, пока их 40 человек. Итак, сбор на пляже в селе Гаяны. Старт в 9 утра, суббота, 2 июля. Бонусом – красивые виды Днестра.